Холодная вода – лучшее средство от всех болезней, уверены участники соревнований по зимнему плаванию. Мы не боимся ни жары, ни холода. В воскресенье 2 ноября в парке Степанова было необычайно многолюдно. Горожане и гости города хотели посмотреть на людей, готовых в минусовую температуру поплавать, да еще и на скорость. Участников набралось больше полусотни по четырем возрастным группам – от 18 до 75 лет. На ежегодные соревнования приехали моржи из Шуи, Плеса, Приволжска и Фурманова. У каждого своя история заката. Я сторонник такого постепенного вхождения в холод. То есть постепенно начать, может быть, дома с холодного душа, обтирания там холодным полотенцем. Все. Можно летом начать постепенно, чтобы перейти. Или есть вот ребята, у нас сейчас много новичков, они летом начали просто купаться здесь вот в выводе и не прекращают до сих пор. Все. Нагрузки надо именно по себе дозировать. Особенно колоритно выглядят женщины, выходящие после заплыва из полыньи. Участницы рассказывают, страшно только зайти в воду, когда плывешь, сплошь положительные эмоции. Честно говоря, четвертый раз участвую в таких соревнованиях. То есть я как бы не профессионал ничего, это просто лично для себя. Вы знаете, последний раз, когда я участвовала в соревнованиях у нас в Приволжске, я даже кашлять перестала. Так что не знаю. Страшно заходить-то. Температура за бортом плюс 0,4 градуса. Погода в этот раз не на стороне спортсменов. Полынью для состязаний длиной 25 метров пришлось подготавливать несколько часов. Участники соревнуются в умении плавать брасом и вольным стилем. Для команд из разных муниципалитетов проводится марафонский заплыв на 500 метров и эстафета. Я бы не рекомендовал сразу, то есть все равно это достаточно, как сказать, не опасный вид спорта, а неподготовленному человеку, наверное, не стоит. Все ведь это же тренировки, то есть это все нужно со временем. Вот, поэтому под руководством людей, которые уже имеют опыт. В соревнованиях принимают участие и паралимпийцы. Моржи с ограниченными возможностями считают, что холодная вода придает им здоровье. Мне дает бодрость, и уверенность в порядке, там, себе каким. Ну, вообще здоровье. Давайте. То есть я за это время не болел никакими заболеваниями. Ну, вирусными, респираторными и так далее. Причем у меня ограниченные возможности, то есть группа здоровья у меня такая. У меня ДЦП, детский церебральный паралич. Мастера плавания в холодной воде советуют горожанам не бояться и присоединяться к состязаниям. Перебороть себя может каждый вне зависимости от пола и возраста. Эмоции, полученные от такого плавания, ни с чем не сравнишь. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.